Военная хунта в Мьянме освободила по амнистии свыше 23 тысяч заключенных, в том числе иностранцев. Решение было принято по случаю традиционного Нового года, по гуманитарным соображениям и с учетом отношений Мьянмы с другими странами. Пока остается неясным, вошли ли в число освобожденных задержанные протестующие или журналисты, освещавшие события после прихода к власти военных. 1 февраля военные Мьянмы объявили о введении режима ЧП на год и смещении руководства страны. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями на ноябрьских выборах. Жители республики стали выходить на антивоенные протесты, которые жестко пресекаются силами безопасности.